Под Ростовом-на-Дону горящая фура выехала на встречку и врезалась в отбойник. Водителя за рулем не было, он выпрыгнул из машины, когда кабину охватил огонь. В любую секунду большегруз мог взорваться. Очевидцем пожара стал гражданский журналист Лайфа. К счастью, скорость была небольшой, на дороге всего одна машина, поэтому обошлось без жертв.